13 школ Мариэл капитально отремонтируют в будущем году. По программе «Модернизация школьных систем образования» они обретут не только новый вид, но и получат новое оборудование, а педагоги – возможность пройти переобучение. Об этом не только говорили на заседании Координационного совета при правительстве региона по проведению в республике десятилетия детства. Для оснащения средствами обучения и воспитания каждой школе предусмотрено от 6,6, это две школы республики, которые прошли в первом отборе, до 8,3 миллиона рублей для 11 школ, которые участвовали в отборе второго этапа. На сегодняшний день в школах созданы штабы родительского контроля. Среди главных целей программы «Десятилетие детства» – сбережение эмоционального и физического здоровья детей. Этому вопросу в нашем регионе уделяется большое внимание. В частности, активно реализуется программа «Социальный контракт». В результате материальное положение только в этом году улучшили более 8 тысяч семей, а значит, и дети стали жить лучше. На особом контроле и условия проживания детей-сирот. Созданные для них социальные квартиры пользуются спросом и играют роль своеобразного социального адаптера. С одной стороны, они изменяют социальные условия, а с другой формируют у ребенка качества, необходимые для адаптации.